27 февраля, 17:55. По просьбе прокурора вызовите Свердловска ИВДИЛЬ судебно-медицинского эксперта вскрытии трупов Масленников. Судя по данной радиограмме, в городе ИВДИЛЬ на момент происшествия не было эксперта в области судебной медицины, несмотря на наличие в городе нескольких медучреждений для вольных и отбывающих заключение людей. Неладное я почувствовал с того момента, когда зашел в кабинет прокурора области и получил приглашение сесть. Садиться при обычных посещениях у прокурора области у нас не было принято, по той простой причине, что в кабинете задерживаться не приходилось. Среди 60 человек областного аппарата ежедневно было много желающих попасть на прием к прокурору области. На сборы мне было дано 30 минут, новые валенки, шапка-ушанка и также новенький полушубок. Тут же в кабинете прокурора области мне вручил начальник АХО, административно-хозяйственный отдел. А еще через 30 минут я сидел в самолете, который через несколько часов доставил меня спецрейсом в город ИВДИЛЬ. Здесь было решено создать базу снабжения поисковой группы. За несколько часов прокурор Лев Иванов был доставлен спецрейсом из Свердловска в ИВДИЛЬ. Число Лев Никитич не называет, но можно предположить, что это было 28 февраля. И как можно понять из письма, прокурор области товарищ Клинов находился в Свердловске, в своем кабинете. Спустя 3 дня товарищ Клинов, несомненно, спецрейсом прибыл в город ИВДИЛЬ в сопровождении судебно-медицинского эксперта областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области возрожденным Борисом Алексеевичем для участия в медицинском исследовании обнаруженных тел студентов-туристов. Статья 193 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР для осмотра и вскрытия трупов, для освидетельствования потерпевшего, обвиняемого и в других случаях, где требуется медицинская экспертиза, следователь приглашает судебно-медицинских экспертов через губернские отделы здравоохранения. В случае затруднительности такого вызова вызывается ближайший врач. По рассказам знатоков и старожилов города ИВДИЛЬ, можно понять, что в городской больнице работало несколько высококвалифицированных докторов, к которым на лечение ехали люди даже из других областей. Ввиду чрезвычайности происшествия с группой Дятлова, любой из этих специалистов мог довольно грамотно и всеобъемлюще описать травмы, повреждения, взять образцы для гистологического исследования и так далее, с последующей передачей материалов для анализа и заключения в областное бюро судмедэкспертизы. Как видно, положение Уголовно-процессуального кодекса позволяло провести подобные действия. Но, как известно, в город ИВДИЛЬ были приглашены специалисты из других городов, которых доставили в город ИВДИЛЬ спецрейсами. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР никак не регламентировал места исследования и специалистов, проводящих исследования. Проще говоря, тела дятловцев могли быть исследованы в городе Свердловск без каких-либо нарушений закона. 3 марта, 12:40. Трупы отправлены вертолетом ЗПТ. Также вылетел прокурор и корреспондент. Вертолет Ми-4, использовавшийся на поисках для доставки людей, провианта и прочего. Вертолет Ми-4, экипаж 3 человека, пассажиры 16 человек, крейсерская скорость 140 км в час, максимальная скорость 226 км в час, дальность полета практическая 465 км. Радиограмма дана в 12:40. Вертолет с телами, вероятно, вылетел с перевала в районе 12:00 3 марта. Расстояние от перевала до города Свердловск чуть более 500 км.
с дозаправкой в том же Ивделе. Полет от перевала до Свердловска полупустого вертолета с учетом скорости полета 180-200 км в час занял бы по времени порядка 4 часов. То есть 3 числа марта месяца 59 года 4 тела приблизительно в 17-18.00 могли лежать в морге областного бюро судебной медицины города Свердловск, не в городе Ивдель. В таком случае не пришлось бы организовывать несколько спецрейсов для доставки областного прокурора в сопровождении медэксперта. Все экспертизы могли быть проведены в Свердловске. Для этого не имелось никаких проблем, кроме того, что было что скрывать, либо большие люди боялись за то, что что-то может вскрыться. Протокол допроса Каливатовой Риммы Сергеевны. Это сестра погибшего Каливатова Александра, 14 апреля 59 года. Брат ее будет обнаружен практически через месяц в 4-м притоке реки Лозьва. Возмущение вызывает организация похорон. Каждого из родителей вызывали в отдельности или в обком партии, или в политехнические институты предлагали хоронить погибших в Ивделе. Какое отношение имеют ребята к Ивделю? Жили в Свердловске, учились в Свердловске, а хоронить предложили в Ивделе. Товарищ Серкова каждого из родителей пыталась убедить, что все, даже жители Свердловска, согласны хоронить в Ивделе. Лично мы, Каливатовы, Слободины, Дубинины, сразу же категорически запротестовали против такого предложения, что их похоронят в братской могиле, что в Ивделе им будет поставлен обелиск. Возникает вопрос, почему это же самое нельзя было сделать в Свердловске? Римма Сергеевна должна была задать вопрос, почему вскрытие нельзя было сделать в Свердловске? Когда родителям Зины Колмогоровой было тоже предложено похоронить дочь в Ивделе, они ведь отказались это сделать и предложили собрать всех родителей в УПИ вместе, чтобы согласованно решить этот вопрос. На это секретарь парткома УПИ ответил, что родители живут в разных местах и собрать их невозможно. Что за конспирация такая? Почему пришлось претерпеть столько мытарств, даже идти к секретарю обкома партии товарищу Кураедову, чтобы добиться похорон в родном Свердловске? Бездушное отношение к людям, понесшим такое большое, неутешное горе. Столько заставили страдать матерей, отцов, близких, потерявших хороших, честных людей. Вопросы Римма Сергеевна задавала колющие. Большие люди предполагали, что подобные вопросы непременно возникнут у родных погибших ребят. Могли возникнуть у родных и требования к следствию, вполне обоснованные законом требования, удовлетворив которые, следствие не смогло бы остаться на стадии предварительного, а переросло бы в полноценное уголовное дело, раскрыть которое органы были не в состоянии. Одним из требований, при подсказке людей, связанных с юриспруденцией, которые, вероятно, имелись у родных ребят, могло быть следующее требование. Статья 192. В случае надобности для участия в осмотре или освидетельствовании приглашаются эксперты, причем соблюдаются правила, изложенные в статьях 169-174 Уголовно-процессуального кодекса. Статья 169. При вызове экспертов число их определяет следователь. В случае требования обвиняемого следователь, помимо избранных им экспертов, может вызвать и эксперта, указанного обвиняемым, либо потерпевшей стороной. Отказ в таком вызове может последовать, если следователь признает, что вызов указанного эксперта невозможен, или же грозит затянуть предварительное следствие. Вот и первая, наиглавнейшая причина того, что судмедэкспертиза была упрятана за ворота санчасти почтового ящика 240. Родственники могли потребовать участия в исследовании тел своего эксперта, что могло послужить затягиванию предварительного расследования. А это, как можно понять, следствию было не нужно. В случае, если бы родные добились присутствия на вскрытии своего эксперта,
то в соответствии со статьей 171 Уголовно-процессуального кодекса родные были вправе представить в письменном виде те вопросы, по которым экспертам должно быть дано заключение. И еще, эксперт со стороны родных имел право с разрешения следователя знакомиться с теми обстоятельствами дела, уяснение которых необходимо ему для дачи заключения. А что мог предоставить прокурор Иванов? Фотоснимки и описание тел, обнаруженных лежащими на животе со сформировавшимися трупными пятнами на спине. Сей факт моментально ставит крест на версии несчастного случая и указывает на то, что с телами были совершены манипуляции после их смерти. В данном случае на основании статьи 194 эксперт со стороны родных, несомненно, сделал бы следующий шаг. Следователь и понятые, а равно и другие лица, присутствующие при осмотре, имеют право заявлять свое мнение о тех действиях врача, которые покажутся им сомнительными. Мнения эти заносятся в протокол. Вероятно, что подобных сомнений было бы высказано немало. Ну и статья 174. В случае признания следователем экспертизы недостаточно ясной или неполной, следователь вправе по собственной инициативе или по ходатайству обвиняемого назначить по мотивированному своему постановлению производство новой экспертизы. Причем для производства медицинской экспертизы требование о новых экспертах направляется в соответствующие губернские или уездные органы Народного комиссариата здравоохранения. То есть при сложившихся подобных условиях пригласить для производства повторной экспертизы своих экспертов в лице Возрожденного или Лаптева у следствия уже бы не вышло. Родственники узнали бы о том, что в отношении ребят были совершены действия, вероятно, подпадающие под определение убийства в разных его пунктуальных частях. А еще бы стало известно о том факте, что следствие, а соответственно советскую власть, кто-то нагло водит за нос, раскладывая мертвых и подставляя коренной народ под удар, создавая немногозначные инсталляции, закапывая мертвых под снег. Этого позволить было нельзя. По этим причинам и было все устроено вдали от Свердловска. Были вызваны свои судмедэксперты, без всяких проблем выдавшие заключения, которые нужны были следствию для прекращения дела на стадии предварительного расследования. На заключение данных экспертов в итоговом документе прокурор Иванов делает несколько значительных ссылок, нелепо подчеркивая смерть большей части группы от воздействия низкой температуры. Например, судебно-медицинской экспертизой установлено, что Дятлов, Дорошенко, Кривонищенко и Колмогорова скончались от действия низкой температуры, замерзли. Ни один из них не имел телесных повреждений, не считая мелких царапин и ссадин. Слободин имел трещину черепа длиной 6 см. Которая разошлась до 0,1 сантиметра. Но умер Слободин от охлаждения, то есть трещина черепа в счет не идет. Судебно-медицинским вскрытием трупов установлено, что смерть Колеватова наступила от действия низкой температуры. Замерз. Колеватов не имеет телесных повреждений. Колеватов, не получив обморожения конечностей, имел в кармане коробок спичек, но просто лег и умер от охлаждения. Смерть Дубининой, Тибо Бриньоль и Золотарева наступила в результате множественных телесных повреждений и так далее. Учитывая отсутствие на всех трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, то есть судмедэксперт дал заключение, замерзли. Значит, замерзли. Доставке тел с перевала в город Свердловск ничего не препятствовало. К экспертизе замерзших тел судмедэксперты приступают через минимум 12 часов нахождения замерзшего тела в тепле.
Так что 4 часа в вертолете никак не повлияло бы на результаты экспертизы. Из всего усматривается опасение прокуратуры за вмешательство родных ребят в производство медицинского исследования, в результате чего могло быть затянуто предварительное расследование. Пригласив или даже доставив доверенных экспертов в город Ивдель и произведя за закрытыми дверями судебно-медицинские исследования, следствие огородило себя от ненужных вопросов и, самое главное, ненужных людей в виде экспертов со стороны родственников ребят в ходе следствия. Следственная машина продолжила делать несчастный случай, и сделав, в котором явно видна тень человека, приложившего руку ко всему происшедшему. Что касаемо возмутительного предложения захоронить ребят в городе Ивдель, властям не нужны были массовые похороны в центре Свердловска, а тем более культовое захоронение в городе. Расчет был на согласие родственников и на то, что вдалеке от Свердловска данная трагедия быстрее канет в небытие. Но властям пришлось согласиться с требованием родственников о похоронах в городе Свердловск. Апреля 59 года из допроса Колеватовой Риммы Сергеевны. При восхождении на гору Атартен 1-2 февраля этого года погибла группа туристов Уральского политехнического института. В этой группе находился и мой брат Александр Сергеевич Колеватов, студент 4 курса физико-технического факультета. То есть 14 апреля 59 года, за 3 недели до обнаружения тела брата, Римма Сергеевна в своих показаниях уверенно заявляет о гибели всей группы туристов, о гибели своего брата как о факте. Как известно из практических наблюдений, родственники, а особенно женщины, до последнего питают надежды на то, что с их родным человеком ничего не произошло. До того момента, пока не увидят все своими глазами.
каким образом следствию удалось убедить 30-летнюю энергичную образованную женщину в том, что ее брат точно погиб. Никакой фактической информации на сей счет у следствия не было, кроме предположений. Я хорошо знаю состав группы. С некоторыми участниками похода встречалась. Знаю, как снаряжалась группа. Брат мой должен был обеспечить группу всем необходимым для похода. Мы с ним много беседовали о предстоящем пути. Наконец, мне пришлось быть непосредственной свидетельницей и даже немного участницей начавшихся розысков пропавшей группы. Считаю совершенно необходимым отметить, кроме прочих, следующие недостатки в организации похода. На организацию таких туристских походов отпускаются очень скудные средства. Предстоял 22-дневный лыжный переход по безлюдным местам в зимних условиях. Естественно, полагается иметь запас высокопитательных продуктов. В частности, каждому туристу нужно было иметь неприкосновенный запас шоколада. Так же, как они имели коробку спичек, каждый в нагрудном внутреннем кармане костюма. Институт выделил каждому студенту только по 100 рублей в качестве помощи, что, конечно, было недостаточно. Остальные средства участники группы собирали сами, складывали по 350 рублей. Я не ошибусь, если скажу, что многое для снаряжения группы доставалось в спортклубе УПИ с боем. Когда мой брат отхватил, как он сам выразился, каждому участнику похода штормовые костюмы, ему через некоторое время сказали, что штормовки полагается иметь только альпинистам, и потребовали возвратить их. За штормовыми костюмами приходили даже к нам домой. В последний день, в день выхода, Александр достал шерстяные свитеры и приносил их домой контрабандой, надев на себя по 3 штуки. Спальных мешков у группы не было. Несвоевременно, с большим опозданием, начались розыски пропавшей группы. В Свердловск группа должна была возвратиться 14-15 февраля. 12 февраля они должны были дать телеграмму из Визжая, их конечного пункта по маршруту, с извещением о прибытии в него. Родители беспокоились о своих детях и, конечно, звонили в спортклуб УПИ и в городской спортивный клуб со слов Дубининых и Слободиных. Я сама позвонила в институт только 17 февраля, спустя 3 дня после контрольного срока. Зав. Спортклубом товарищ Гордо на месте не оказалось. Попытки дозвониться до него были тщетны. Его невозможно было застать на работе. Сразу же я позвонила в городскую спортивную секцию товарищу Уфимцеву. Он заверил, что беспокоиться не о чем, что группы задерживаются в пути и на неделю, и так далее. Возмутителен и преступен некий факт. 18 февраля Гордо информировал партком политехнического института, что из Визжая получена телеграмма, извещающая о том, что группа задерживается в пути. Секретарь парткома УПИ товарищ Заостровский информацию товарища Гордо не проверил и о случившемся событии не поставил в известность директора института товарища Силунова. Директор же узнал об этом только тогда, когда ему позвонила из горкома партии товарищ Федченко. Я сама вынуждена была обратиться в горком с просьбой принять меры по розыску группы. Таким образом, телеграмму перепутали. Телеграмма пришла от параллельной группы, от группы Блинова. Дирекцию института в известность о случившемся не поставили. Телеграмма от группы Блинова, которая ходила на хребет Молебный Камень, где проживает семейство Бахтияровых, который находится на восток от поселка Визжай. А группа Дятлова в это же время, выйдя из Визжая, шла на север и должна была заканчивать поход выходом через Молебный Камень в поселок Визжай. Роковое стечение обстоятельств. Если бы в том районе была только группа Дятлова, то поиски, вероятно, начались бы раньше. Это, возможно, пролило бы на дело больше правдивой информации тогда, в 59 году. Поиски начались только лишь по настоянию родителей туристов. Когда политехнический институт начал организовывать поиски, оказалось, что в спортклубе не было карты маршрута, по которому студенты ушли в поход. Схемы, нанесенные на карту,
Заместитель председателя спортивного клуба при УПИ, товарищ Мильман, узнавший от третьих лиц о том, что у меня была карта со схемой маршрута перед отправлением группы в поход, позвонил моей сестре Нине Сергеевне Анисимовой с просьбой достать карту, по которой можно было начать поиски. Но эту карту мой брат Александр взял с собой в поход. Карту эту брату дал Игнатий Фокич Рягин, заместитель начальника треста «Гипрометеруда», если я не ошибаюсь в названии. Наш знакомый. Он знал те места и беседовал с братом о предстоящем походе. После звонка из турклуба УПИ Игнатий Фокич Рягин по нашей просьбе по памяти восстановил маршрут и нанес его на карту, которую я лично 19 февраля передала полковнику Артюкову. Он первым вылетел на поиски группы. Кто бы что ни говорил о тогдашнем дефиците карт, их засекреченности, невозможности их достать, а если достать, то можно было за это поплатиться свободой, говорят, чушь. Карт было полно, только на этих картах свободного доступа могли быть неточности. Потому туристы, выходя на маршрут, старались сверить свои карты и кроки с точными картами, как было не только у группы Дятлова. Фамилия Ремпель на оборотном листе дневника Зинаиды Калмогоровой – это не какой-то секретный код и подсказка для конспирологов. Зинаида записала, вероятно, по чьей-то подсказке в Свердловске, либо по пути до поселка Визжай, фамилию человека, у которого можно было сверить карты, имевшиеся у группы. Из показаний Ремпель Ивана Дмитриевича, лесничего Визжайского лесничества. 25 января 1959 года ко мне, как к руководителю лесничества, обратилась группа туристов, которые показали свой маршрут движения и для того, чтобы получить консультации, как лучше им попасть на гору Атарцен, и спрашивали ознакомить их с нашим планом той местности, куда они пойдут. Когда я ознакомился с их маршрутом, высказал свое мнение, что в зимнее время идти по Уральскому хребту опасно, так как там имеются большие ущелья, ямы, в которые можно провалиться, и кроме того, там свирепствуют сильные ветры, сносят людей. Это опасение я им высказал, потому что мне этот район Уральского хребта известен со слов местного жителя. Сам я там не бывал. На мое высказывание они ответили, что для нас будет считаться первым классом трудностей. Тогда я ответил, для начала надо его пройти. Я дал им план местности. Они сделали выкупировку своего маршрута и нанесли границу лесонасаждений Уральского хребта намеченного маршрута. Здесь же я им посоветовал, чтобы они пошли более близким путем по одной из наших лесных просек. На это они ответили: «Данный вопрос разрешим, когда прибудем на второй северный рудник», после чего они от меня ушли и 26 января на попутной машине выехали в поселок 41 квартала. Из показаний от Монаки Георгия Владимировича. 2 февраля, получив на заводе отпуск, приехал в Свердловск для подготовки к участию в походе высшей категории трудности по Северному Уралу в составе сборной команды области. 6 числа, закончив все подготовительные работы, группа в количестве 8 человек выехала поездом Свердловск-Североуральск. На следующий день прибыли в Серов, где, осмотрев город, сделали пересадку на ивдельский поезд и в 12 часов ночи прибыли в Ивдель. В городе пробыли полтора дня в связи с тем, что на следующий день не было автомашины до поселка Визжай, начальному пункту нашего похода. Все свободное время занимались подготовкой снаряжения и доукомплектования. В Визжай приехали около полудня. В лесничестве узнали подробности относительно нашего предстоящего маршрута и договорились в автохозяйстве, что попутной машиной нас довезут до поселка 2 Северный, откуда легче всего было выйти на маршрут. Однако вечером машины не было, и нам пришлось заночевать в школе, с тем, чтобы на другой день начинать движение. На совете был окончательно выработан маршрут и график движения, после чего наш предстоящий путь выглядел так. Поселок Визжай, устье Северной Ташемки, 83-й участок, далее на запад, северо-запад, по реке Ташемки до устья реки Лоханьи. Оттуда восхождение на гору Чистоп из базового лагеря на реке Ташемки.
далее по Ташемке с последующим переходом в верховье реки Вижай, восхождением на вершины Ойка-Чикур и пика Молебного. То есть группы, прибывавшие в поселок Вижай, шли в помещение, где располагалось Вижайское лесничество, которым руководил 53-летний Иван Дмитриевич Рембель, где спокойно получали от него план местности, по которой группы должны были идти. Мало того, получали устную консультацию и советы от Ивана Дмитриевича о том, как, возможно, удобнее и проще пройти по планируемым местам. Туристы делали выкупировку границ леса. 25 января дятловцы изучают и фактически копируют план Вижайского лесничества в районах горы Атартен и прилегающей территории. Группа Атманати в начале февраля делает то же самое, сверяя соседний с Атартен участок местности. Мало того, после они свободно выдвигаются в походе по данным местностям. Согласно конспирологическим версионным ответвлениям, бомба над палаткой группы Дятлова взорвалась 1 февраля. А 8 февраля группа Атманати спокойно копирует план лесничества и без каких-либо проблем выдвигается в том же направлении, что и погибшая группа Дятлова. А где же военное оцепление, войска НКВД, десантники с медвежьими капканами и прочие атрибуты нелепой конспирологической прозы как-то тонут при малейшем соприкосновении с фактическим материалом, казуистические титаники? Ну да вернемся от иронии к делам серьезным. Во-первых, случись в тех местах чрезвычайное происшествие относительно вооруженных сил, то проход в данный район на 100 километров был бы закрыт, а Иван Дмитриевич Рембель и прочие работники Вижайского лесхоза были бы слепо-глухонемыми. Во-вторых, об этом расскажу в одном из следующих видео. Подписывайтесь, друзья, не забывайте нажать на уведомления, чтобы быть на одной волне. Да и какой бы комитет по туризму и спорту выпустил сборную команду области в район, где за неделю до выхода сборной произошло ЧП с туристами по вине армии. Конечно бы их развернули еще в Вижае. Военные прямы, но не тупы. О туристах, выходящих в район ЧП, были бы незамедлительно даны указания соответствующего характера. На совете был окончательно выработан маршрут и график движения, после чего наш предстоящий маршрут выглядел так. Поселок Вижай, устье Северной Ташемки, 83-й участок, далее на запад по реке Ташемки. То есть сборная команда области, посовещавшись перед самым выходом на маршрут, изменила его начальную часть, вероятно описанную в проекте их похода. Причина, по которой это было сделано, отсутствие попутной автомашины до поселка 2 Северный. То есть маршрут можно было скорректировать на ходу. Главное соблюсти километраж для зачета категории. Как известно, группу Дятлова до 2 Северного машина тоже не повезла. Повез дедушка Слава на лошадке по руслу реки Лозева. Из чего можно сделать вывод о том, что лесовозная дорога, вероятно, была не очищена от снега, из допроса Римы Каливатовой. После звонка из турклуба УПИ Игнатий Фокич Рягин по нашей просьбе, по памяти, восстановил маршрут и нанес его на карту, которую я лично 19 февраля передала полковнику Артюкову. Он первым вылетел на поиски группы. Из показаний Артюкова Георгия Семеновича. Приказание о выезде в город Ивдель для организации поисков группы туристов под руководством товарища Дятлова я получил 24 февраля 1959 года. В 11 часов 24 февраля мы в количестве 12 человек вылетели в город Ивдель. То есть у полковника Артюкова на руках была карта с нанесенным, пусть и по памяти, Игнатием Фокичем Рягиным маршрутом группы Дятлова. Проект похода, в котором точно указаны пункты движения группы Вижай, Северный, вверх по реке Аус, перевал Верховья Лозев. За 5 дней из 2 Северного не было отправлено ни одной поисковой группы по известному маршруту. Мало того, летавшие на самолете Гордо и Блинов,
по какой-то неведомой причине не зашли к товарищу Ремпелю поинтересоваться у него о планировавшемся дятловцами маршруте. А ведь он хорошо запомнил ту информацию, которую они обсуждали. Обсуждали ее они, указывая пальцем на те места, в которые планировали выходить. Иван Дмитриевич от некоторых шагов их отговаривал, понимая сложность мест, в которые ребята шли. Из показаний Дряхлых, исполняющего обязанности инженера Ивдельского энерголесокомбината. 22 февраля я снова вылетел на вертолете с представителем института ГОРДО. Сделали посадку на поселке Визжай, где забрали лесника Кузнецова Александра Ивановича. И полетели на Северную Ташемку к юрте Александра Прокопьевича Анямова. Забрали лесника Кузнецова, а к его начальнику, который уже знал о пропаже туристов и не проявлял никакой активности, зайти с вопросами не хватило ума. Радиограмма. 23 февраля, 11:30. Манси согласны ехать в поиски. Плата за сутки 4 человека 500 рублей. Следы обнаружили Манси в 90 километрах от Суеват-Пауля к Уральскому хребту. Дайте ваше согласие на поиски. Радиограмма. 23 февраля. Собираемся ехать 2 часа местного, но двое суток, говорят, на поиски мало, так как нужно ехать на самый водораздел хребта, где видели их охотники. Поедет Куриков Степан и трое, всего со мной 5 человек. Самих лыжников никто не видел, но видели свежий след. След лыжный и место стоянки по всем признакам, и это их группа шла там. Радиограмма. 24 февраля, 10:50. Вручить немедленно перваго. Дополнение проводимых нами поисков группа студентов сегодня, 11:30. Стало известно, что охотники видели свежий след лыжный и место стоянки группы людей в сторону водораздельного хребта от Суеват-Пауля, тычка. Нами организована группа мансийцев во главе Курикова Степана с нашим радистом, который отправляется на оленях, имеющемуся следу, имея при себе аптечку и продукты, ТЧК. Кроме того, нами послан самолет нашим представителям для розысков с воздуха, который проследовал в 11:40 Суеват-Пауль, взяв курс к водоразделу хребта, ТЧК. Прошу сообщить об этом Политехнический институт. Радиограмма, 24, 10:30. След видел пастух Анямов Андрей примерно 8-9 дней назад. След узких спортивных лыж. Количество человек не установлено. Следы направляются от верховьев Ауспии, от нее направление восточного склона Увала к северу верховьям Лозьвы. Нужно искать это месте. В верховьях Ауспии и Лозьвы, также на западном склоне хребта, по верховьям рек Ванья и Вишера. Радиограмма. 26-го, 10:45. Находимся в километрах 60 от устья Ауспии, в поселке в устье Ауспии. Обнаружены следы узких спортивных лыж. Лыжня довольно хорошая, протарена. Это было много людей, то есть 8-10. Следы давние, примерно дней 15 назад, так как в лесу следы хорошо заметно, а на открытых местах совсем замело. Направляемся по следу в верховье Ауспии, где будем искать в горах и устье Ауспии. Мы заночевали. Идем дальше. Неволен. Радиограмма. 26 февраля, 13 часов. Соединились с Вержайским спасательным отрядом. Они в верховье Лозьвы обследовали, и следов не обнаружено. Они перешли в верховье Ауспии. По текстам радиограмм становится понятно, кто стучал в закрытые двери поисковой спецоперации с точными координатами начала поисковых работ. Мансийцы Анямовы из Суеват-Пауля. Следы обнаружили Манси в 90 километрах от Суеват-Пауля к Уральскому хребту 23 февраля 11:30 утра, то есть с Барановым Манси обсудили 22 февраля. 26 февраля 10:45 находимся в километрах в 6-10 от устья Ауспии, направляемся по следу в верховье Ауспии. Трое суток Манси с радистом Неволиным добирались до устья Ауспии на оленях, пока растерянные чиновники пытались собраться в кучу. Полковник Артюков, имея на руках карту, мог настоять на отправке вертолетом экипированной группы поиска
до поселка 2 Северный и далее по маршруту из проекта похода, добавив восстановленный маршрут с картой, переданной ему Риммой Колеватовой, дав задание Гордо расспросить Гижая лесников с их руководителем на предмет общения с туристами и выяснения деталей. Ведь Гордо залетал в Гижай за лесником, значит, лесники были осведомлены о пропаже группы Дятлова. Это факт. 26 февраля, 10:45. Находимся в километрах 60 от устья Ауспи. Направляемся по следу в верховье Ауспи. 26 февраля, 13 часов. Соединились с Вижайским спасательным отрядом. То есть группа мансийцев Степана Куликова дошла по Ауспи за 2 часа 15 минут практически до перевала высоты 1079-880. К месту, где впоследствии был организован лагерь поисковой партии. Подготовленная группа лыжников могла в быстром темпе преодолеть расстояние от 2 Северного до перевала за 1,5 световых дня. Группе Дятлова это бы, конечно, не помогло, но могло бы дать немного больше информации о произошедшем. Изложенный факт свидетельствует о полнейшем равнодушии и бесконтрольности тех, кто должен нести государственную ответственность за организацию похода и за отправленные группы. Из данных слов Риммы Сергеевны усматривается отчаяние и возмущение тем, как ответственные люди отнеслись к своим обязанностям, от которых напрямую зависела жизнь ребят. Но и отношение к поисковым работам было ничуть не лучше. Если бы родные дятловцев знали, как велись поиски, как руководители поисковых работ предлагали оставить все до весны, поиск брата Риммы Сергеевны отложить до весны. Сегодняшний день считаем завершающим. Пройдем щупами весь участок с глубоким снегом. Если не найдем ничего щупами, придется ждать весны. Дальше этого места никто не ушел. Мне пришлось каждого из погибших найденных туристов похоронить. Почему у них такие коричневые, с темным оттенком руки и лица? Чем объяснить тот факт, что четверо тех, кто был у костра и оставался, по всем предположениям, живым, не сделали никакой попытки возвратиться в палатку? Если они значительно теплее одеты по тем вещам, которых не хватает среди обнаруженных в палатке, если это стихийное бедствие, безусловно, пробыв у костра, ребята непременно поползли бы к палатке. Целиком группа не могла погибнуть от бурана. Почему они так панически бежали из палатки? Если бы Римма Сергеевна знала о том, что так называемый бег из палатки – это всего лишь предположение, а не установленный факт. Если бы она знала, что ее брат будет обнаружен сносно одетым, без обморожений, имея в кармане коробку полную спичек, она бы, вероятно, догадалась о том, что лично ее брат погиб не от бурана. Следующей возможной догадкой Риммы Сергеевны, ставящей крест на беговой версии, факт был бы факт того, что именно ее брат мог спокойно предпринять попытку возвратиться в палатку. Он никак не вписывался в картину, предположенную поисковиками и доработанную Ивановым. Интересно, Римма Сергеевна поняла это? Группа туристов педагогического института географического факультета, которая была на горе Чистоп юго-восточнее, видела в эти дни, в первых числах февраля, в районе горы Атартен, какой-то огненный шар. Такие же огненные шары были зафиксированы и позднее. Какого они происхождения? Не могли ли они стать причиной гибели целой группы ребят? Ведь в группе собрались выносливые и бывалые люди. Дятлов в этих местах был уже третий раз. Люда Дубинина водила группу на гору Чисток зимой 58 года. Многие из ребят Колеватов, Дубинина, Дорошенко были в походах на Саянах. Не могли они погибнуть только от разбушевавшегося бурана. Вот и еще одна причина недопущения родственников к участию в расследовании, ознакомлению с ходом следствия и прочих тонкостей, которые спрятали в городе Ивдель. Намек на причастность военных к гибели ребят и вообще намек на то, что группа погибла не в результате несчастного случая. Такие вопросы властям были не нужны, а тем более сомнения граждан
вследствие их догадок, в работе органов прокуратуры, МВД и уж тем более исполнительной власти. Почему, отправляя группу в поход, ее не снабдили рацией? Видя безвыходность своего положения, ребята, несомненно, дали бы сигнал бедствия. Когда эти же участники похода встречали новый 59-й год в лесу, выезжая на 2 дня на станцию бойцы по Пермской железной дороге, у них же была рация, они слушали Москву. Рацию брал и нес с собой тогда Игорь Дятлов, так рассказывал мне брат. Это еще раз свидетельствует о печальной бесконтрольности наших спортивных организаций. Требую от имени всех моих близких, от имени матери, а она не перенесет такой большой и тяжелой утраты, привлечения к судебной ответственности людей, так безответственно организовавших поход. Товарища Курочкина, председателя городской спортивной секции, товарища Уфимцева, его заместителя, товарища Гордо, председателя спортклуба Уральского политехнического института, прошу объективно разобраться в причинах гибели туристов, родителям и родственникам дать возможность узнать об этих причинах. 16 апреля 1959 года. Каливатова. Из постановления о прекращении уголовного дела. За недостатки в организации туристской работы и слабый контроль бюро Свердловского горкома КПСС наказало в партийном порядке директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя правкома УПИ Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева, председатель правления спортклуба института Гордо, снят с работы. Учитывая, что между действиями перечисленных выше лиц, допустивших недостатки в постановке спортивной работы, и гибелью туристов нет причинной связи, и не усматривая в данном деле состава преступления, руководствуясь пунктом 5 статьи 4 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, постановил уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить. Проданного Вишневскому 31 марта 1959 года. 9:30 местного времени. 31 марта, 4 часа утра, в юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая вскоре увеличилась до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить, что это такое и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Авенбург, Потапов, Согрин. Протокол допроса свидетеля. 14 апреля 1959 года. Прокурор следственного отдела прокуратуры Свердловской области Романов сего числа допросил в облпрокуратуре в качестве свидетеля с соблюдением статей 162-168 УПК РСФСР гражданина Кривонищенко Алексея Константиновича, 1907 года рождения, партийность, член КПСС с 1947 года, образование, высшее, занятие. В настоящее время место работы и занимаемая должность – начальник управления «Уралэнергостроймеханизация», в момент к которому относятся показания, тоже. Отец Кривонищенко Георгия, Алексей Константинович, занимал довольно высокую должность. Являлся членом КПСС в течение 12 лет. Относительно возраста был, вероятно, энергичным мужчиной, способным адекватно анализировать в критических ситуациях. Свидетель показал, после погребения моего сына 9 марта 1959 года у меня на квартире были на обеде студенты, участники розысков 9 туристов. Среди них были и туристы, которые в конце января, начале февраля были в походе на севере, несколько южнее горы Атартен. Таких групп было, по-видимому, не менее 2. По крайней мере, участники 2 групп
рассказывали, что наблюдали 1 февраля вечером поразившее их световое явление к северу от расположения этих групп. Чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда. Свечение было настолько сильным, что одна из групп, будучи уже в палатке и приготавливаясь спать, была встревожена этим свечением, вышла из палатки и наблюдала это явление. Через некоторое время они услыхали звуковой эффект, подобный сильному грому, издалека. Фамилии рассказывавших назвать я не могу, так как я никогда их до этого не видел и не знаю. Но, очевидно, студентов, видевших и слышавших это световое и звуковое явление, можно разыскать, так как их было несколько человек. А какие группы были на севере в это время, определить нетрудно. Студенты говорили, что они наблюдали подобное явление дважды, 1 и 7 февраля 1959 года. Анализ огненных шаров будет в одном из следующих видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на уведомления о выходе новых видео, для того, чтобы мы были на одной волне. Те же студенты рассказывали, что возле костра у кедра были найдены вещи, не одетые на мертвых, моем сыне и Дорошенко. В то же время оба они были без обуви, а не одетыми были носки. Потому можно предположить, что туристов у кедра, у костра, было больше двух найденных там мертвыми. Остальные ушли или тогда, когда два из них были уже мертвыми, или если они еще были живыми и были оставлены у костра, как у временной базы, то оставленные не видели одежды, так как замерзая, наверное, надели бы на себя все, что имели возможность и видели бы, что можно одеть. Остальные ушли или тогда, когда два из них были уже мертвыми, или если они еще были живы и оставлены у костра, как у временной базы. Алексей Константинович, вероятно, имел в виду Калмогорову, Слободина и Дятлова. Но если бы они оставляли Кривонищенко и Дорошенко, как у временной базы живых, то, вероятно, они надели бы на них все, что валялось вокруг. Но этого не произошло. А ребята не могли так поступить. Если бы оставляли Кривонищенко и Дорошенко у кедра, обязательно бы утеплили и снабдили их достаточным количеством топлива для поддержания костра. Да и если бы Алексей Константинович знал о том, что лежавший рядом с его сыном Дорошенко Юрий лежал где-то после наступления смерти на спине, что те, кто, согласно легенде и по предположению Алексея Константиновича, опиравшего свой анализ на так называемую беговую версию, также где-то лежали на спине после смерти, а на местах обнаружения оказались лежащими лицами вниз, то тогда, вероятно, Алексей Константинович задавал бы вопросы другого характера. Судя по отсутствию в деле протоколов либо ходатайств потерпевших об ознакомлении последних с материалами дела, результатами судебно-медицинских экспертиз, родственники доверяли действиям работников следственных органов. Никакого сомнения в работе следователей у родных и близких не возникало. Вероятно, никто из них не мог даже допустить мысли о том, что следствие может пойти по пути наименьшего сопротивления. Потому можно предположить, что туристов у кедра, у костра было больше двух найденных там мертвыми. Да, больше. Согласно финальной картине, сложившейся в начале мая, они у кедра были все. Только все 9 были мертвыми. Травм глазных яблок ни у Дорошенко, ни у Кривонищенко не обнаружено. Травм шейных отделов тоже, то есть слепота в результате химического либо механического повреждения, не имела места быть. Конечно, Алексей Константинович никак не мог сопоставить гибель его сына, угоревшего костра, от замерзания. Тем более, что он был у этого костра обнаружен со своим боевым товарищем, оба здоровые, физически и морально закаленные.
не страдавшие недостатком интеллекта. И такая нелепая смерть – замерзнуть у костра. При наличии следующих фактов, о которых ему поведали студенты, думаю, его мучили вопросы до конца его дней. Рассказывают те же студенты, что костер у кедра погас не от недостатка топлива, а потому что топливо перестали подкладывать. Это тоже очевидно. Могло быть или потому, что люди, бывшие у костра, не видели, что надо делать, или потому, что они были уже слепыми или мертвы. Рассказывают, что в некоторых метрах у костра находится сухое дерево, а под ним валежник, который не был использован. При наличии костра не использовать готовое топливо можно было, не видя его, то есть будучи слепым. Мне кажется, что так оно и было. Оба найденных у костра туриста постепенно теряли зрение, но очень быстро. И хотя имели возможность поддерживать костер по запасам топлива, не могли это делать, так как не видели, что надо делать. Замерзли они уже, будучи мертвыми. Только мое предположение. Понятно, что горю отца не было предела. Попытаться оправдать нелепую гибель сына слепотой не мог он высказать, да и подумать о другом. Огненные шары, мысли о техногенном воздействии и прочая ерунда мешала Алексею Константиновичу сделать вывод о том, что его сына могли убить. Да, вероятно, вера в следователей мешала. Не могли же советские следователи не обнаружить следы убийства, если оно имело место быть. Но никто и не собирался искать следы. Причина этого – следствие понимало, что они будут не в состоянии собрать доказательства для передачи дела в суд. Замерзли они уже, будучи мертвыми. Все же Алексей Константинович Кривонищенко понимал, что что-то в этом деле не так. Рассказывают, что в нескольких метрах у костра находится сухое дерево, а под ним валежник, который не был использован. Но этот факт может говорить и о том, что эти заготовки сделал тот, кто доставил 9 трупов под кедр, и тот, который после эти 9 трупов разложил. Протокол допроса свидетеля. 14 апреля 1959 года. Прокурор следственного отдела облпрокуратуры Свердловской области Романов сего числа допросил в облпрокуратуре в качестве свидетеля Слободина Владимира Михайловича, 1904 года рождения, член КПСС с 1944 года, образование высшее, доктор экономических наук. Занятия: заведующий отделом Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Владимир Михайлович, как видно, тоже был человеком, имевшим образование, как и Римма Сергеевна Колеватова. Если бы он начал задавать вопросы следователям и судмедэкспертам, на которые были бы получены вялые ответы, вероятно, этот скрупулезный, умный, дотошный отец смог бы прижать граждан прокуроров даже до момента обнаружения четверки в ручье, а с ее обнаружением в мае тем более. Я, Слободин Владимир Михайлович, отец Рустема Слободина, погибшего вместе с другими участниками туристической группы 1 февраля сего года в районе горы с отметкой 1079, был осведомлен о том, что туристический поход группы Дятлова организуется спортивным клубом ДСО «Буревестник» при Уральском политехническом институте и Свердловским клубом туристов. Сын мой Рустем был включен в состав группы, направлявшейся в поход высшей категории трудностей этими организациями, что подтверждается прилагаемыми к настоящему показанию письмами председателя правления спортивного клуба при УПИ ЛС Гордо и заместителя председателя Свердловского городского комитета по физкультуре и спорту от 20 января 1959 года. То есть Владимир Михайлович в протоколе указывает документы, которые он вручил следователю Романову. Заметьте, не Темпалову Иванову, а Романову, прокурору следственного отдела Свердловской областной прокуратуры, по
поручений в деле от Темпалова либо Иванова следователю Романову о проведении следственного действия допрос по данному делу нет, что свидетельствует о работе группы следователей над делом без номера. Еще это говорит о том, что Владимир Михайлович основательно подготовился к своему визиту в прокуратуру. После получения известия о гибели туристической группы я выезжал в город Ивдель, познакомился с организацией розысков тел погибших туристов и беседовал с председателем Ивдельского горсовета товарищем Дерягиным Александром Петровичем. По возвращении в Свердловск беседовал с Е.П. Масленниковым, руководившим розысками на месте гибели туристской группы. Детально ознакомился с утвержденными приказами председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР номер 136 от 3 июня 1957 года инструкциями о порядке организации и об обязанностях организаторов, руководителей и участников туристских походов и о работе маршрутных комиссий по туризму. Сын мой Рустем выехал из Свердловска для участия в походе 23 января 1959 года, после чего нами была получена от него открытка, посланная из поселка Визжай Ивдельского района в 10 часов утра 26 января. После этого никаких известий о группе мы не имели. Зная, что группа Дятлова должна была вернуться 13 февраля, я по истечении этого срока звонил в спортивный клуб при УПИ, откуда сначала сообщили, что группа может задержаться до 15 февраля, а на последующие запросы, что принимаются меры для выяснения причин задержки, и только 20 февраля на мой запрос мне было сообщено, что на розыске группы направлен самолет. Как известно, палатка на месте последней стоянки группы была обнаружена лишь 27 февраля, то есть через неделю после начала розысков. До этого срока, после получения последнего известия о группе 26 января, прошел ровно месяц, в течение которого никому ничего не было известно о группе, ее местонахождении и о том, что с нею случилось. Никто не знал, что все участники группы погибли в самом начале похода, через 6 дней после выхода из исходного пункта. Розыски группы начались через 18 дней после катастрофы, а найдено было место гибели только через 26 дней после несчастного случая, послужившего причиной гибели. Очевидно, что при таких сроках и темпах проведения мероприятий по розыску группы нельзя было рассчитывать на оказание помощи и на спасение кого-либо из ее участников. Инструкции о порядке организации и об обязанностях организаторов, руководителей и участников туристских походов предусматривается осуществление контроля за подготовкой и проведением походов, как указывается в пункте 4 раздела 1 инструкции. Контроль проводится с целью повышения качества походов и предупреждения аварий и несчастных случаев. Контролирующими органами являются по походам второй и третьей категории трудности городские и вышестоящие организации физической культуры и спорта, а также областные и вышестоящие организации ДСО, раздел 5, пункт 26. Как перед походом, так и наблюдением за группой в походе по прохождению контрольных пунктов в контрольные сроки, которые устанавливаются маршрутными комиссиями, пункт 27, перечисленные требования инструкции, имеющие целью предупреждения аварий и несчастных случаев, были нарушены контролирующей организацией Свердловским городским комитетом по физической культуре и спорту. Возможность наблюдения за группой в походе была исключена,
так как при утверждении маршрута не было установлено никаких контрольных сроков и пунктов, кроме пунктов выбытия из исходного пункта поселок Вижай и возвращения в этот же пункт. Тем самым маршрутная комиссия, утверждая маршрут, нарушила пункт 27 названной выше инструкции и пункт 4 подпункт Д инструкции о работе маршрутных комиссий по туризму, который обязывает маршрутную комиссию проверять способы и сроки связи группы с учреждением, организовавшим поход, контрольные пункты и связь с контролирующими организациями. Свердловский городской комитет по физической культуре и спорту не выполнил своих обязанностей контролирующей организации, возложенной на него инструкцией о порядке организации и об обязанностях организаторов, руководителей и участников туристских походов, и разрешил проведение похода с нарушением требований о производстве наблюдения за группой в походе путем прохождения контрольных пунктов в контрольные сроки и использования других форм связи. Владимир Михайлович отметил все организационные прорехи, допущенные спортивными организациями Свердловской области с выпиской и указанием непосредственно пунктов инструкций, приказов и постановлений ВЦСПС об обязанностях контролирующих подобные события организации с перечислением далее фамилий и занимаемых должностей лиц, допустивших подобную халатность не только в организации похода, но и в розыске пропавшей сборной группы туристов, в которой находился его сын. Мало того, Владимир Михайлович прямолинейно пропесочил все спортивные и профсоюзные организации Свердловской области. Подписывайтесь на канал, друзья, нажимайте уведомления и обязательно пишите свои комментарии для лучшей коммуникации. Я читаю все комментарии, стараюсь отвечать на каждый. Также 1 или 2 марта решительно Владимир Михайлович прибыл в город Ивдель, где ознакомился с ходом поисковых работ, штабом поиска. Интересно, для граждан, находившихся в штабе, этот визит был неожиданным? Вот и председатель Ивдельского горсовета, товарищ Дерягин Александр Петрович, не смог отказать Владимиру Михайловичу в беседе. Во время моей беседы с председателем Ивдельского горсовета товарищем А.П. Дерягиным он сообщил мне, что через горно-таежную часть Ивдельского района ежегодно проходит немало туристических групп. Местность эта является таким образом избранной спортивными организациями Свердловска и Свердловской области для проведения туристских походов, особенно второй и третьей категории трудностей. Ударил таки товарищ Дерягин кулаком по крамольной мысли нынешних конспирологов. Это же насколько были безответственны спортивные организации Свердловской области для того, чтобы облюбовать местность для проведения туристских походов, на которые были расположены секретные базы, объекты и полигоны. Несмотря на это, там не создано ни одной простейшей из туристских баз, создание которых на туристских маршрутах требуется постановлением Президиума ВЦСПС от 1 февраля 1957 года. Свердловский городской комитет по физической культуре и спорту не осуществлял контроля за выполнением и этого постановления, результатом чего явилось полное отсутствие контрольных постов в горно-таежных местах Ивдельского района, что сделало невозможным наблюдение за группой в походе по прохождению контрольных пунктов в контрольные сроки. Хочется сказать сквозь время, Владимир Михайлович, за 63 года мало что изменилось, местами даже стало хуже. При таких неблагоприятных условиях контролирующая организация обязана была потребовать обеспечения туристической группы другими видами и способами связи, что предусматривается пунктом 4 под пунктом Д инструкции о работе маршрутных комиссий.
В данном случае для этого имелись возможности. Трое из участников похода, в том числе руководитель группы Дятлов, являлись студентами старших курсов радиотехнического факультета Уральского политехнического института, для которых использование рации в походе было бы хорошей практикой. Когда я задавал работнику Свердловского обкома КПСС товарищу Ф.Т. Ярмаш, принимавшему участие в организации поисков группы и вызывавшему руководителей спортивных организаций вопрос о причинах того, что туристическая группа Дятлова не была оснащена рацией, он мне ответил, что это не предусмотрено инструкцией. Это действительно так, но в обоих упомянутых выше инструкциях ничего не говорится также о том, что пользование рацией в походе недопустимо или нежелательно. В то же время, как уже отмечалось выше, инструкция о работе маршрутных комиссий содержит требования проверять способы и сроки связи группы с учреждением, организовавшим поход, и с контролирующими организациями. Нигде не сказано, что одним из способов связи не может быть радиосвязь. В подпункте К пункта 22 раздела 4 инструкции о порядке организации и обязанностях организаторов, руководителей и участников туристских походов указывается, что для получения разрешения на поход в числе прочих материалов должны быть представлены данные об организации безопасности на маршруте, а также куда группа предполагает обратиться за помощью, если это окажется необходимым. В данном случае со стороны Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту не был осуществлен контроль за выполнением и этого требования инструкции. При отсутствии контрольных постов, пунктов и какого-либо жилья на всем протяжении маршрута, при отсутствии радиосвязи и каких-либо других видов и способов связи группы, группа была лишена возможности дать что-либо знать о себе и обратиться куда-либо за помощью. Преступная безответственность руководителей Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту, не выполнивших ни одного из предусмотренных двумя названными выше инструкциями требований об организации наблюдения за группой в походе и о контроле за установлением способов и сроков связи с группой, является основной причиной совершенно беспрецедентного в истории советского туризма случая, когда о гибели всего состава туристской группы никто не знал в течение 26 дней. Если бы городской комитет по физической культуре и спорта в качестве контролирующей организации потребовал оснащения группы Дятлова радиосвязью, ввиду отсутствия в данном случае возможностей использовать другие способы связи, тогда было бы возможно наблюдение за группой в походе. Всегда было бы известно ее местонахождение. Группа могла бы сообщить о случившемся событии или, если бы она была не в состоянии это сделать, перерыв связи послужил бы сигналом о неблагополучии с группой, в результате чего могли быть организованы немедленные розыски. Люди могли быть организованы, извлечены из-под снега, и еще можно было бы рассчитывать на возвращение, по крайней мере, части из них к жизни. В книге В.В. Дабковича «Лыжный туризм» указывается, что известны случаи, когда человек, извлеченный из-под снега через 30-40 часов, оказывался живым. Книгу выдающегося писателя и человека с большой буквы Владимира Владиславовича Дабковича рассматривать нет смысла, потому как она не имеет никакого отношения к делу, кроме ее упоминания в показаниях Владимиром Михайловичем. Да и тем более это уже было сделано любителями подвить к делу о гибели группы Дятлова свой сорт привоя, пытаясь получить нечто новое, что будет плодоносить годами. Но, как говорится, подвой и привой должны подходить друг к другу. Нельзя на березу привить грушу. Не прирастет. Это привет сквозь времена от заведующего отделом Уральского НИИ сельского хозяйства Слободина Владимира Михайловича. В данном случае осуществление контроля
путем наблюдения за группой в походе в целях создания возможности оказания немедленной помощи и предотвращения несчастных случаев было особенно необходимым, так как маршрут похода группы Дятлова проходил по местности движения, по которой в январе и феврале месяцах является опасным. В беседе со мной 3 марта сего года председатель Ивдельского горсовета товарищ Дерягин А.П. сказал, что отправлять в феврале туристские группы в горы Северного Урала – это безумие. Там часты внезапно возникающие ураганы, при которых человек не может удержаться на ногах. Он сказал также, что обычно применяемый туристами способ восхождения на вершины налегке очень опасен в этот период года, так как бураны налетают внезапно, и тогда на горе гибель. Поэтому местные жители, охотники манси, при первых признаках приближающегося бурана спешат укрыться в тайге. Товарищ Дерягин слегка прибавил опасности местам, в которых обнаружили группу Дятлова. Спортивный туризм целиком рискованное занятие. Но стоит уточнить один факт. Глядя на эти места с расстояния 63 лет, за это время там обнаружили только тела 9 дятловцев. Больше погибших при восхождении на высоту 1079 либо гору Атартен не зафиксировано. Вероятно, есть причина задуматься о несостоятельности версии гибели группы Дятлова от действий окружающей среды. Данная местность стала культовой и посещается сотнями желающих прикоснуться к этим местам. Есть сведения, что некоторая часть нынешних паломников на маршруте находятся в состоянии многих видов опьянения. И ничего, никого не сдуло. Насмерть замерз только один человек, и то не на перевале. Лавиной никого не накрыло. Дятловцы не просто заходили к Ивану Дмитриевичу Ремпелю, они, с его слов, копировали реальную границу леса с карты лесничества на свои кроки. Для чего они это делали? Ну, вероятно, не для определения того, где им лес рубить, а для того, чтобы знать, как далеко граница леса будет находиться на участке маршрута, на котором их, возможно, застанет суровая непогода, чтобы при отсутствии видимости при помощи компаса определить азимут движения границы леса и обустроить убежище в зоне леса. Так что права была Римма Сергеевна Колеватова, уверенно говоря о том, что ребята были опытными туристами, бывшими не раз в этих местах. Не могли они погибнуть только от бурана. Они бы обязательно спустились к зоне леса и заночевали там. Выдумка о том, что они не хотели терять высоты и решили встать там, где обнаружили после палатку, родилась от непонимания того, как палатка оказалась на этом месте. На склоне высоты 1079 в районе 900 метров по высоте. Но к этому мы еще вернемся. Все же Владимир Михайлович по-отцовски считал ребят детьми, а они были опытными спортсменами-туристами. Товарищ Дерягин слегка подливал жутких определений об опасных местах. Вероятно, на это у него была какая-то причина. При полном отсутствии какой-либо возможности контроля путем наблюдения за группой в походе, при отсутствии контрольных пунктов связи с группой, как это было в данном случае, для участников похода было бы очень важно иметь возможность воспользоваться советом опытного человека, хорошо знающего эти леса, умеющего своевременно распознать первые признаки приближающегося бурана и выбрать наиболее безопасное место стоянки при наступлении бурана. Такой неопытный путешественник, отправляющийся в экспедиции в малоизученные районы, не пренебрегал услугами опытных проводников. Пржевальский, Арсеньев и другие путешественники с мировой известностью всегда пользовались во время своих путешествий и походов советами и указаниями проводников и многому учились у них. Без этого они погибли бы в первой же экспедиции и не могли бы сделать тех крупных открытий, которые дали им славу. Но, как сообщил мне в беседе мастер спорта по туризму Е.И. Масленников, при проведении туристических походов, в
том числе высшей категории трудности, включая и походы по опасным для движения совершенно ненаселенным местностям, в условиях полного отсутствия связи, оказывается, не допускается пользование услугами проводника, так как это якобы дисквалифицирует поход. В официальных руководящих материалах по туризму, сборник руководящих материалов по туризму 58 года, я нигде не нашел указаний на недопустимость для туристских групп пользования услугами проводника. Если такие указания давались кем-либо помимо официальных материалов, и пользование услугами проводника запрещается даже при походах по опасной населенной местности при полном отсутствии связи, то это нельзя расценить иначе, как проявление авантюризма в организации туристических походов, свойственного капиталистическим странам с характерным для них пренебрежением к жизни людей и погоней за сенсациями, не считаясь с жертвами, но совершенно не свойственно советскому строю, одним из основных принципов которого является забота о человеке. В беседе со мной председатель Ивдельского горсовета Дерягин сказал, что горсовет мог выделить проводника из числа охотников манси, если бы с такой просьбой обратились. Он же сообщил мне, что хотя через Ивдельский район ежегодно проходит немало туристических групп, но никто из руководителей свердловских спортивных и туристических организаций в Ивделе до сих пор не был. Товарищ Дерягин, видимо, не знал, какую сумму имели ребята на руках. Проводник стоил денег, даже в те времена. Каждой группе проводника не приставишь. Хотя такие группы были, вероятнее всего ростовчане, которые после не могли объяснить, каким образом они прошли маршрут без карт. Никто из них не мог сказать о приобретенной помощи проводника. Тогда бы поход не засчитался, со слов мастера спорта Евгения Масленникова. Что еще сказал товарищ Дерягин? Сказал он о том, что по секретному Ивдельскому району проходило очень много туристских групп, без проводников и всякого контроля, если не считать заходы на консультации к Ивану Дмитриевичу Ремпелю. Вероятно, непростой был он лесник. В остальном, халатность и безалаберность в работе спортивных и туристических организаций, отмеченные товарищами Дерягиным и Слободиным, налицо. От него же я впервые услышал, имеется в виду от Дерягина, о том, что примерно в то время, когда с группой случилась катастрофа, некоторыми мансями наблюдалось появление в небе какого-то огненного шара. О том, что огненный шар наблюдался другими туристскими группами, говорил Е.П. Масленников. Контролирующие организации, в данном случае Свердловским городским комитетом по физической культуре и спорту, был нарушен также пункт 6 инструкции о работе маршрутных комиссий, в котором указывается, что руководитель группы, получив протокол маршрутной комиссии, обязан сдать его вместе со списком группы и схемой маршрута в организацию, на которую возложен контроль за подготовкой и проведением похода, которая лишь после этого имеет право выдать ему маршрутную книжку. Свердловский городской комитет по физической культуре и спорту не выполнил этого требования и допустил поход группы, хотя руководитель Игорь Дятлов не сдал схемы маршрута. В результате, когда группа не вернулась и надо было начинать розыски ни в городском комитете, ни в спортивном клубе политехнического института, не оказалось маршрута похода, вылетевшему на розыске группы полковнику Артюкову была доставлена схема маршрута, случайно оказавшаяся у РС Колеватовой, сестры одного из участников похода. Основываясь на вышеизложенном, я, потерявший сына в результате безответственной организации похода с нарушением правил и требованием контроля и наблюдения за группой в походе, требую привлечь к судебной ответственности бывших руководителей Свердловского городского комитета по физической культуре и спорту Курочкина В.Ф. и Уфимцева
а также бывшего председателя правления спортивного клуба при Уральском политехническом институте Л.С. Гордо. Я заявляю протест против того, что В.Ф. Курочкин, который, будучи руководителем городского комитета по физической культуре и спорту, не обеспечил осуществление должного и требуемого инструкциями контроля за проведением туристских походов, что привело к гибели всего состава группы Дятлова, несмотря на это, 26 марта сего года был избран на первой городской учредительной конференции Союза спортивных обществ города Свердловска председателем Президиума Совета Союза В. Слободин. Ярость и гнетущее чувство от потери родного человека, действия по установлению людей виновных, а виновными Владимир Михайлович считал всех ответственных лиц, задействованных в сфере спортивного туризма Свердловской области, из числа которых он пофамильно выделил с пояснением пунктуальных нарушений инструкций и приказов людей, на его взгляд, напрямую виновных в гибели его сына. Требование привлечения перечисленных лиц к судебной ответственности вполне справедливо, но к этим лицам прибавилось бы еще немало спортивных функционеров в области развивающегося тогда туризма. Ярость Владимира Михайловича понять можно, но перечисленные им люди были виновны лишь в том, что они занимали должности исполнителей тех самых приказов и инструкций, и только они не были виновны в недостатке снаряжения и экипировки, потому как имели на балансе только то, что им было выделено вышестоящими организациями, которые издавали приказы. Тоже и по контрольным пунктам. Группа Дятлова пошла первой по данному маршруту. Это ведь не маршрут, к примеру, у Кауровской базы, по которому ходила по нескольку групп в день, местами даже по указателям. Ребята были первопроходцами, в том числе и Рустем Владимирович. Чиновники всех ведомств были в ступоре от данного ЧП. Это была для всех неожиданная гибель. Теперь гипотетически предположим, что Владимир Михайлович каким-то образом начинает сомневаться в действиях следствия и требует подробного ознакомления с материалами дела, да еще и с привлечением специалиста, указанного им в качестве эксперта. Любой судмедэксперт, врач, сразу же указал бы на несоответствие трупных пятен у его сына с положением тела на месте обнаружения. Нетрудно понять, сколько статей Уголовно-процессуального кодекса привел бы в своей петиции в Генеральную прокуратуру и не только Владимир Михайлович. О том, сколько допущенных нарушений в ходе предварительного следствия было допущено, с перечислением лиц, допустивших эти нарушения, требованием об отводе следователей от расследования, эксгумация и повторная судебно-медицинская экспертиза тела его сына и так далее. Как можно понять из вышеизложенного, Владимир Михайлович Слободин был способен на подобные действия, но он тоже не мог себе позволить усомниться в действиях органов правосудия. Для него крайними виновниками были спортивные руководители, не партийные, не спортивные руководители, а тем более армейские руководители, к данной трагедии никакого отношения не имели. Их данное ЧП застало врасплох, потому известие о гибели ребят бродило по властным кабинетам и коридорам целую рабочую неделю. А сына Владимира Михайловича убили. Есть у меня кое-что, косвенно доказывающее это. Одна характерная черта, почерк того, кто сделал данное злодеяние. Эта черта оставлена на большей части ребят. Но об этом в следующих видео. 14 апреля 1959 года. Протокол допроса свидетеля. Прокурор следственного отдела облпрокуратуры Романов допросил в прокуратуре области в качестве свидетеля Дубинина Александра Николаевича. Занятие. Старший инженер управления лесной промышленности совнархоза. Образование. Высшее.
член КПСС с 1930 года, 56 лет. Александр Николаевич тут же на титульном листе протокола начинает вести свое гневное пояснение событий, что выдает его мужскую отцовскую злость на сложившуюся ситуацию, отношение к делу и трагедии лиц с профессиональными обязанностями, которые должны были выяснить причины гибели его дочери и тех, кто, на его взгляд, не должен был допустить подобного. Ввиду того, что я не был на месте гибели туристов, и меня, как родителя, никто не информировал об истинной причине гибели моей дочери, позволяю себе высказать свое личное мнение о причинах и виновниках гибели, сложившееся из нижеперечисленного. Что же мы слышим из первых строк показаний Александра Николаевича? Слышим прямое указание на его сомнения в причине смерти, гибели его дочери. Это и было предусмотрено гражданами-прокурорами. Они не на словах, а на практике знают о том, что в подобных случаях некоторые родственники начинают сомневаться во всем, предполагая порою совершенно нелепейшие истории, подавая после ходатайства о проверке этих версий не только дознанием, но и до генпрокуратуры доходит дело. От подобных сомнений и отгородились прокуроры, дабы дело не затягивать лишними заботами. Все упрятали в городе Ивдель. Что же послужило или кто убедил Александра Николаевича в подобных сомнениях? До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, как у нас в Советском Союзе, в большом промышленном культурном центре страны, могло иметь место такое преступное, наплевательское отношение к сохранению жизни целой группы людей. Отправить людей в опасный для жизни поход по горно-таежной ненаселенной местности, где в январе-марте имеют место сильные бураны, сваливающие с ног, по рассказам местных жителей, не только человека, но и оленя. Частые завалы, не разобрав и не проведя абсолютно никаких, даже элементарных мероприятий, в какой-то мере предотвращающих опасности для жизни, совершенно не проводя проверку прохождения маршрута и состояния группы, не организовав ни одного контрольного поста, не дав группе рации, и этим совершенно лишить ее какой-либо возможности в случае бедствия вызвать кого-либо для оказания быстрой помощи. Это значит бросить людей почти на 20 дней в опасных условиях на произвол судьбы, что является большим уголовным преступлением. Если бы у группы была рация или по заданному маршруту были организованы контрольные посты, можно предполагать, что часть людей из группы были бы спасены. Согласно имеющейся далеко не совершенной инструкции по туризму, и то предусматривается проведение мер, предотвращающих опасности подходов, и организация контрольных постов при походах по ненаселенной местности при нахождении в пути 4-6 дней и, кроме того, при походах большой трудности руководители, организующие поход, обязаны разработать конкретные мероприятия в отдельности по каждому походу в зависимости от времени похода и от маршрута, что ни в какой мере не было сделано. Такая организация похода, граничащая с авантюризмом и основанная на безрассудном риске, да еще и в связи с трагическим случаем, имевшим место около горы 1079, исключала возможность спасения кого-либо из группы и, учитывая 18-20-дневный переход, могла бы повлечь за собой гибель отдельных людей и без этого трагического случая, так как не исключены в походе обрывы, ранения с проломом черепа, тяжелые заболевания, требующие срочной госпитализации, отморожение рук, ног и тому подобные случаи. Несмотря на явные факты преступного наплевательского отношения к сохранению человеческих жизней при организации данного похода и безответственного отношения к порученной работе, за эти уголовно наказуемые действия
Руководители спортивных организаций Курочкин, Уфимцев и Гордо, непосредственные виновники гибели целой группы людей, прокуратурой не привлекаются к уголовной ответственности и до сих пор оставлены на спортивной работе, где они своими действиями не только тормозят развитие туризма, но и подрывают авторитет Советского Союза. Я, как родитель, требую, чтобы они за свои действия, повлекшие за собой смерть целой группы, строго ответили перед советским судом. Бездушие и бессердечность этих руководителей выражается и в том, что они в течение 8 дней после контрольного срока должного выхода группы в поселок Вижай 12 февраля не волновались за участь группы и принялись за поиски группы только после вмешательства обкома КПСС, а именно 21 февраля. Это доказывается тем, что при телефонном разговоре с Уфимцевым 19 февраля моей жены и 20 февраля моего, последний убеждал, что группа никуда не денется и выйдет, и опоздание выходов группы к населенным пунктам у них в комитете частое явление, и что они дают телеграммы по населенным пунктам, куда может выйти группа по их предположению. После разговора с Уфимцевым я был вынужден сразу же позвонить в обком КПСС товарищу Ускову и попросить его довести о такой инертности к делу, к более действенным мерам по розыску группы и о самоуспокоенности городского комитета по спорту об участи группы до секретаря обкома КПСС Эштокина, в результате вмешательства которого 21 февраля на поиски группы вылетел Гордо. Из показаний всех родных можно усмотреть их настойчивое беспокойство людей из горкома партии, обкома партии на предмет инертности в организации поисков пропавшей группы ответственными спортивными руководителями. Родственники начали теребить последних с 15 февраля, но подобное не входило в планы высоких работников, для них подобное ЧП свалилось как снег на голову. Никто из них не знал, что делать в таких ситуациях. Все было прописано инструкциями, постановлениями, указами, а тут случилось подобное. Вероятно, кто-то и партийных руководителей успокаивал, так же, как и родителей ребят. Дескать, да где-то идут, куда они денутся. Забрели, видимо, в снега по горло. Да и задержались. Подождем, нечего паниковать, как их родители. Бывало такое и не раз. Ничего страшного. Вот и сидели товарищи в ожидании чуда, не зная, на кого возложить ответственность за предстоящие поиски и вину в случае гибели туристов. Курочкин, Уфимцев и Гордо, непосредственные виновники гибели целой группы, прокуратурой не привлекаются к уголовной ответственности и до сих пор остаются на спортивной работе, где они своими действиями не только тормозят развитие туризма, но и подрывают авторитет Советского Союза. Вот как загнул разъяренный, доведенный до отчаяния отец. Тут пахнуло для многих 58-й статьей Уголовного кодекса СССР, которая потеряла свою силу лишь в 1961 году. Статья 58, пункт 14. Контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение – со специальной целью ослабления власти, правительства и деятельности государственного аппарата влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до расстрела с конфискацией. Думаю, по окончании допроса Александра Николаевича следователь Романов пулей проследовал в кабинет прокурора Свердловской области Клинова, ведь не только в показаниях, но и в мыслях Александра Николаевича глубоко засела мысль о неисполненных обязанностях не только спортивных функционеров, но он и о прокуратуре Свердловской области думает так же.
Подобные мысли с каплей сомнения в причинах смерти его дочери могли лечь на стол в виде жалобы или коллективного заявления от родных не только генпрокурору, но и председателю КГБ и, что немало страшно, Никите Сергеевичу. Вероятно, нашлись бы товарищи по партии у родных из тех, кто находился на службе в Центральном комитете партии, способных доставить подобные документы до назначенного адресата. Товарищ Клинов это отчетливо понимал, и не только он. Сами отцы, как члены партии, могли пойти в отчаянии на штурм кабинетов замов генсека, но и самого кабинета Никиты Сергеевича. Это утрированное измышление, но кто знает, что творилось после прочтения такого в голове у гражданина Клинова. Вероятно, что ничего хорошего. По претензиям к организации похода, контрольным пунктам, погодным опасностям, отсутствии связи, рации и указаний лиц виновных, это результат обсуждения всего случившегося в кругу родителей. В этих словах усматривается солидарная позиция родных. Исходя из слышанных разговоров студентов УПИ о паническом бегстве раздетых людей из палатки, вызвано взрывом и большим излучением информации поисковой группы из туристической секции УПИ, слабцов, бывших около костра людей дальше от палатки, несмотря на оставшиеся около костра наломанные сучья, а также не сгоревшие по краям костра сучья, сильная деформация лиц и разность цвета открытых черно-синий-лиловый и закрытых одеждой тела погибших, белые, заявление зав. Административным отделом обкома КПСС товарища Ермаша, сделанное сестре погибшего товарища Каливатовой о том, что остальные не найденные сейчас 4 человека могли прожить после смерти найденных не более 1,5-2 часа, заставляет думать, что вынужденное внезапное бегство из палатки произошло вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, начинка которого вынудила, там были часть из физтехнического факультета, бежать от нее дальше, и, надо полагать, повлияло на жизнедеятельность людей и, в частности, на зрение. Полет снаряда 2 февраля около 7 часов утра видели в городе Серове. Наблюдала его же, по рассказам студентов УПИ, некая группа туристов, прибывавшая в то время в походе до горы Чистоп. Я не думаю, чтобы предполагаемый снаряд был пущен извне территории СССР, и поэтому меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из города Ивдель и из поселка Визжая. Следовало бы выявить в этом виновников, так как по их вине погибла группа людей, а территории для маршрутов у нас в СССР хватает достаточно. И кроме того, если снаряд отклонился и не попал на намечаемый полигон, по моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить, и для оказания потребной, возможно, помощи. Если этого не было сделано, то это является со стороны работников военного ведомства также бездушным отношением к сохранению жизни людей, будь они туристы или охотники. Если аэроразведка была сделана, то можно предположить, что она подобрала остальных 4 человек. С изложенным здесь моем личном мнении я ни с кем не делился, считая это неподлежащим разглашению. 18 апреля 1959 года. Дубинин. Теперь понятен источник возникновения конспирологических версий как в те времена, так и сегодня, исходя из слышанных разговоров студентов УПИ, которые, вероятно, вечерком в палатке гадали о механизме ЧП. Но более чем взрыв радиоактивного либо отравляющего снаряда не придумали, а после запустили в народ байку об этом. Да так удачно, что со слов некоторых свидетелей тех лет, весь Свердловск только об этом и шептался.
Вот никто из этих горе-студентов не подумал о том, что будь дело так, что взорвалось нечто радиоактивное, кто бы их туда допустил, тем более в такой одежде. Да и для чего? Для того, чтобы через пару месяцев все слегли с признаками лучевой болезни или признаками отравления тяжелыми металлами или еще каким-либо видом отравления. Убитый горем отец повелся на эту дурь молодецкую. Он понимал, как и многие родители, что что-то здесь нечисто, что-то прячут. А что, так и не поняли. Прятали прокуроры факт того, что они не в состоянии были раскрыть это дело. Не ракеты и ядерный взрыв они прятали, а свою слабость в данном деле. Ну и автор конспирологической версии о недолете снаряда до намеченного полигона для современных генераторов конспирологической мысли тоже ясно виден. Александр Николаевич Дубинин. Я не думаю, чтобы предполагаемый снаряд был пущен извне территории СССР, и потому меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из города Ивделя и из поселка Визжай. Следовало бы выявить в этом виновников, так как по их вине погибла группа людей. Местность не была закрыта по причине того, что никаких снарядов в тех местах не взрывалось. Она была доступна для всех до и после гибели группы Дятлова. В феврале там спокойно охотились мансийцы. 8 февраля группа Атманаки спокойно вышла из Визжая, пообщавшись с Иваном Дмитриевичем Рембелем. Так что никаких взрывов там не было, именно на перевале и в Ивдельском районе точно никто не погиб от воздействия ударной волны и радиации. Студентов на поиски отправили с другой целью. Руководство области немедля было бы поставлено в известность о крушении чего-то подобного, и в таком случае все решения были бы приняты незамедлительно. Ни для кого не секрет, что советская армия подчинялась напрямую Коммунистической партии Советского Союза. И первым лицом, кто был бы поставлен в известность, это секретарь обкома партии Свердловской области. При таких обстоятельствах из того района убрали бы не только трупы, но и лес в зоне поражения. А тут студентов послали в зону поражения в фуфайках и штормовках. Серьезно к подобному относиться нельзя. Доведенный до отчаяния, Александр Николаевич попытался предпринять все способы воздействия для того, чтобы следствие наказало указанных товарищей как можно строже. Даже допустил или намеренно указал, что прокуратура, на его взгляд, работает не очень. Предположительно, недвояко намекнул на вину советской армии. Предложив прокурорам отыскать виновников, не упустил возможности указать о странной фразе заведующего административным отделом обкома КПСС товарища Ермаша, которую тот допустил в беседе с Риммой Сергеевной Колеватовой, о том, что ненайденные сейчас 4 человека могли прожить после смерти найденных не более 1,5-2 часов. Хотя сама Римма Сергеевна в данных ею показаниях не упоминает такого. То есть Александр Николаевич присовокупил товарища Ермаша как человека, что-то знающего о необнаруженной четверке и о причине, вызвавшей гибель группы. Все это Александр Николаевич излагал с надеждой на то, что следователи примут к сведению и начнут проверки по доведенным до них предположениям и личному мнению. С изложенным здесь моем личном мнении я ни с кем не делился, считая это неподлежащим разглашению. А зря, Александр Николаевич. Нужно было и делиться, и в Москву ехать, стучать во всевозможные двери. Может, что-то бы и пошло по-другому. Ведь явно было видно, что в деле есть кое-какие несостыковки. Мягко говоря.